Всем здорово, бойцы и зрители канала Валерки. Продолжаем проходить на заброшенную и на большой срок игру под названием C12 Final Resistance. Вот. И немного я напомню, про что игра. Короче, мы играем за чувака, типа там своеобразный Шон Коннор. Получеловек-полукиборг, короче. Райли его зовут, нашего главного героя. Вот. И он должен спасти, короче, планету отторжения инопланетяна. Инопланетяне у нас это киборги, всякие роботы, короче, и т.д. и т.п. Вот. Кто подзабыл прохождение или не знаком с ним, можете перейти в плейлист, будет в описании внизу под видео, короче. Вот, я добавлю плейлист, ссылочку на плейлист. Ну и также там выскочит в конце, короче, приблуда, типа плейлиста, короче. Вот, в конце видео. Ну что, давайте, у нас по заданию цитадель пришельцев выполняется. Проникнуть на базу пришельцев и найти инопланетный источник питания. Вот, давайте мы это, короче, сейчас будем делать. Вот. Эмулятор, кстати, я скачал новый, поставил. Пришлось, короче, перепроходить игру. Вот, до того места, где мы закончили. Количество патронов, то всего может немного отличаться. Вот, но фишка в том, что, короче, у нас теперь игра нормально сохраняется. Теперь как сохраняется, как на карту памяти. Вот. И это очень клево. Так, теперь, куда же нам надо двигаться? Ну, смотрите, есть лестница наверх, там еще туннель, короче, какой-то. И вот я не знаю, куда нам точно надо. А, в туннель нам не пройти, короче, да? Идем по лестнице наверх. Управление, сразу скажу, говно. Управление своеобразное, надо привыкать. Ну вот. Так что, если будете играть в эту игру, то учтите, что управление здесь говёное. Так, ну что, мы попали, короче, в какой-то... Вот эти вот штуки надо мочить. Окей. Аптечек понабирали. Аптечек понабрали. Это нормально. Вот. Так. Что у нас вообще есть внутри? У нас есть коса, короче. Это мы уже читали там. В предыдущих, короче, сериях мы это все читали. Там автомат, короче, пулемета АГ-35. Короче, действие происходит в будущем, да. Не забываем об этом. И ракетная установка РВ-40, короче, у нас есть. Из предметов у нас только аптечка пришельцев, но надо, чтобы использовать, надо, короче, две аптечки иметь. Ну, как они там соединяются, комбинируются, короче. И нужно, чтобы ее использовать, нужно найти еще одну аптечку. Ну, давай. Так. Замочили, короче, здесь следопытов. Окей. Что здесь? Здесь мы имеем... А, ни черта мы здесь не имеем, короче. Двери заперты. Короче, нам куда-то в другую сторону надо. Эти двери не открываются, сразу видно. Те, которые двери открываются, они открыты. И здесь, короче, не пройти. Окей. Ладно. Я вот не знаю, звук как, нормальный или счет. Если что, напишите в комментариях, нормальный ли звук. Вот. Если что, я сделаю в следующей серии погромче. Так. Говнецу это скосили. Ага, на кнопку нажать. На кнопочку нажать надо. Так, погоди, а чё? А, оно само открывается. Ну иди сюда, чувырло.
Сейчас тебя на металлолом пущу. Я же, мать его, Шон Коннор, блин. Какие-то лазеры, херлазеры. Непонятно. Так, конвейер какой-то. Какой-то конвейер. Игра, короче, для PS1. Да. А, короче, головоломка, да, какая-то. Тут смотрите. Тут смотрите. Нужно двигать. А, лучи, наверное. Как-то вот не знаю, лучи, наверное, лазера как-то, чтобы куда-то попали, только я пока еще не могу понять, куда, чтобы они попали, короче. Так. Блин. Так, погоди. А, что-то разбил. Стоп, я что-то разбил, короче. Я разбил какую-то херню. Херотень. Так, я вытащил какую-то бред и не знаю, что это. А, наверное, на конвейер, наверное, пустить надо. Ну, давай, смотри, видишь, там конвейер, короче, работает. Ну, давай. Сейчас мы ее скинем. Хотя фиг знает, правильно я делаю или нет. Но будь что будет, короче. Будь что будет. Хоп. И какая-то и эта херня, короче, поехала куда-то. Так. О, погоди. Доктор Картер, источник энергии у меня. Я отправлю его по мусорному конвейеру, а сам найду другой выход. Ну, это источник питания, короче. Поняла. Мы выходим. Мы выходим. Окей. Так, новое задание, смотри. Новое задание выполняется, выполняется, где там выполняется. Выполняется главные ворота, разрушить главные ворота, покинуть комплекс и встретиться с доктором Картер. Окей. О, пришла команда. А, у меня патронов нет, я думаю, чё он мне не стреляет? Зато у меня есть гранат. Мне плевать вообще просто на вашу кибернетическую броню, мне вообще посрать. Так, 100 патронов взяли. Окей, откуда они вылезли? Здесь есть какие-то двери еще? Нет, больше дверей я здесь не вижу. Ладно. Смотри, новая пушка. Новая пушка, короче. Какие-то ракетки, взрыв пакет. Смотри, сколько оружия. Хера себе, пушки больше человека, охренеть. Я хочу такую пушку. Ракеты. Берем. Сохраняемся. Да, сохраняемся. Окей. У меня там уже сохраночки есть. Прям вот удобно. Не люблю я вот эти вот сейф-статы, короче. Больше нравится играть по реальному, короче, как вот было задумано. Так, щит. Щит взяли. Окей, так, погоди, мы взяли какую-то пушку. Вот эту, что ли, да? Лазерную. Ладно, пока ее тратить не будем, давайте с автоматом походим. Походим с автоматом. Так, куда? Здесь, да, выход? А, на кнопку. Все забываю на кнопку нажать. Короче, мы взяли взрыв пакет, нам надо сейчас взорвать, короче, дверь. Входную дверь. Хорошо, что хоть никто не приезжает на лифте из этих ублюдков. А, чё я? Я не туда пришел. Я пришел на начало. Так, погоди. Тут лифт. А, во. Воточки, туточки, вот оно где. Да, конечно, управление не айс.
Но требуется взрывчатка, взрывпакет. Окей, устанавливаем взрывпакет. Неплохо рвануло, неплохо. Так, никто там не вылезет. Не вылез. Окей, прошли локацию. Локация пройдена. Так, смотри, еще сохранка. Так. Оп. Я нацелился на кого-то. Погоди. В смысле? У меня на кого-то нацелился? Изначально я что-то не понял. А, во. Снайпер. Инопланетный снайпер. Так, давай еще раз сохраняемся. Почаще сохраночки. Мы же любим это. Я люблю. Очень сохраняться. Когда я сохранился, у меня прям на душе спокойно. Еще снайперы. О, смотри, сколько солдат. Смотри, сколько инопланетных. О, хрена, они еще и с этих. С ракетниц тут. Долбят. Опа, опа. Кончились патроны. А что произошло? Я куда-то выбежал. Я куда-то, короче, забежал, непонятно куда. Я пробежал, короче, локацию и всех не убил. Ладно. Да блин, камера эта задрала, говна кусок. Так, щит, щит. Окей. Где у нас там? А я там не сохранился, там, блин, надо было бы сохранить. А, я же сохранился. Вот чё я туплю, а? Вот дурак, а? Вот дурак. Какая удача. Эта штука даст нам огромное преимущество. Впрочем, надо спешить. Они наверняка выслали подкрепление. Есть ли новости от Гришема? Я свяжу с ним. Сейчас? О, Господи. Нет. Рад видеть тебя, дорогая. Так. Как тебе моя новая форма? Лучше, чем все эти ваши липучки и кнопочки. Не так ли? Нет. Не может быть. Это ведь не ты, Дэн. Нам нужна женщина. Нам нужна женщина. Да всем нужна женщина. Любому мужику нужна женщина. Нам нужна женщина. Ты видел, видел, как он ее утащил просто? Смотри, видал, они это защиту какую-то ставят даже. Охренеть. Погоди, дай-ка я пушки сейчас другую. Так, готов, готов, готов. Туда же пошел. Там какой-то самолет какой-то летает. Или чё? Так, я всех замочил или? О, видал, видал, инопланетный корабль. Мочи его, короче, взрывай. А он не убирается? Не умирается? Так, боеприпасов нет. Готов. Кстати, неплохая такая точка. Они по мне, в принципе, не достают, не попадают. Там здоровье. Там с чувака выпало здоровье. Да нет, смотри. Ладно, давай, погнали. Погнали так. Ты чё, дебил? Да куда ты целишься-то, дурак, а? Блин, задрался своим щитом. Ладно, сейчас обижу я тебя. Слышь, малыш.
Готов. Отлично. Заряд для лазера. Отлично, всех победили. Всех, Офиса, всех победили. Напали. Источник энергии по-прежнему у меня. Но они похитили доктора Картер. Это недопустимо. Без нее все эти инопланетные штучки абсолютно бесполезны. Только она может заставить их работать. Куда они ее увезли? Они полетели на юго-запад. В сторону цехов переработки. О, нет. И еще. О, нет. Я знаю, сэр, сейчас нам не до того, но я прошу... Цех переработки, я так понимаю, это цех, где перерабатывают людей, короче, в киборгов, да? Дэна Картера? Да, майора Картера. Впрочем, я наверняка... А, типа, это был ее муж, короче, да? Картер. Только уже в обличии, короче, киборга, пришельца. Какого доктора Картера? А, там тот майор, а этот доктор, точно. Окей, сохраньки, сохраньки. Прошли, короче, типа главу прошли, что ли? Ладно. Ну давай, по новой. По новой поверх сохранять. Так, 1000 чертей, дневник Гришима, Гришкин дневник. 1000 чертей, они захватили доктор Картер. Лейтенант Воген успешно проник в цитадель пришельцев и добыл источник... Стой, стой, ну! Куда ты, блин, начал там, разошелся печатать, блин. Так, добыл источник энергии, доктор Картер отправилась к нему. Мне казалось, она ничем не рискует. Как же я был неправ. Нам необходимо укрепить оборону базы. Доктор Картер посоветовала использовать силовые поля пришельцев. Они намного эффективнее наших собственных средств. С большим риском мы завладели несколькими генераторами и объединили их таким образом, чтобы силовое поле закрывало всю базу. Осталось только подключить подходящий источник энергии, но это может сделать только Картер. Без нее все эти инопланетные штучки практически бесполезны. Хуже некуда. Мы проанализировали запись перепалки Вогена с этим ублюдочным генералом пришельцев. Совершенно очевидно, что эта тварь когда-то была майором Картером. Теперь ясно, что с ним произошло в плену и каким образом пришельцы нашли нашу предыдущую базу. Впрочем, новая база пока в безопасности. Ее точное местоположение известно только мне и погибшему генералу Хэммонду. Мы должны как можно скорее вытащить доктора Картер из этих проклятых цехов переработки. Я составил план операции. Для проникновения на территорию противника было решено воспользоваться заброшенной подземкой. Очевидно, что большой отряд привлечет к себе слишком много внимания и потому обречен на неудачу. Это задание для одного человека. Этот человек Воген. Этот человек наш. Я долго думал, как упростить. Типа Джон Картер. Джон Коннор. Чтобы проникнуть на борт, тебе понадобится преодолеть внешнюю линию обороны. Для этого придется воспользоваться подземной железной дорогой. Она повреждена, но инженеры уже приступили к ее ремонту. Разумеется, во время операции никаких радиопереговоров. Что еще? Думай сам. Да, короче, понятно, понятно. Как всегда, жопа, короче. Я выйду на связь из-за линии. Как всегда, все через одно место. Так, смотри, аптека. Аптека — это хорошо. Так. А чё, у нас там есть? Нет, у нас патронов. Базуки нет. Ладно. Окей. Допустим. Допустим. Так. Я чё-то не сдох еще. Отлично. Отлично. Тут разведчики сраные. А чё ты не перелазишь, что ли, через перила? Ты не умеешь через перила перелазить, что ли? Патроны. Так, патроны взяли для автомата, походу. Окей. Самый прикол, это не прикалывает здесь то, что не перезаряжается. Не надо тратить время на перезарядку. Это вы, сэр. Мне было приказано дождаться вас. Мы пытались восстановить энергоснабжение, но
Моя бригада ушла несколько часов назад и до сих пор не вернулась. Так, я выясню, в чем дело. А ты оставайся здесь. Когда мы пустим ток, ты должен быть у пульта. Мне бы хоть немного вашей уверенности, сэр. Здесь нет никакой связи. Вообще. Чувак, короче, переводчик, который, блин, не знаю, который Вогина озвучивает. Где ты его слышал? Ты, по-моему, какой-то, может, актер, да, или... Может, фильмы переводил, не знаю, что-то, да более знакомый вообще голос. Ракеты, смотри, там валяются за стеной. Так, что он мне сказал, что мне надо сделать? Грузовой терминал выполняется. Проникнуть на грузовой терминал пришельцев по подземной железной дороге, понятно. Узнать, что случилось с пропавшей бригадой и восстановить питание железной дороги. А, вот так, да? Ладно. Ну, давайте приступим. Это как здесь побочные задания, что ли, да, есть, или помимо основных, или это тоже как основное считается задание? Ну вот, в принципе. А, вот, пришли на подземку, короче, да? Вот она, подземка. Так, смотри. Это типа вагонетка. Короче, по туннелям надо шариться нам теперь. Тут у нас что? Тут у нас закрыто. Тут у нас закрыто. Короче, один проход у нас пока. Один проход. О, теперь разветвление. Короче, знаете, а-ля Half-Life первый. Короче, ползать здесь. А че не залазит, а вот залез. Смотри, там как тараканище. Вот так тебе. Хера он такой, смотри. Офигеть, да? Блин, а по этим паучкам хрен попадешь. Хрен попадешь по ним. Че, все разбежались? О-о-о-о-о. Блин, их если не убить, этих паучков, то, блин, они же задолбают. Блин, сколько вас? Отлично. Надеюсь, я всех замочил. О, споры, смотри. Споры, кстати, тоже такая, вроде как, полезная вещь. Мы там в предыдущих... Да что с этой камерой не так? Мы в предыдущих сериях, короче, это... Так, синий регулятор какой-то взяли. Мы кислоту делали из этих спор, короче. Соединяли там. Химичили. Вспоминали... Уроки химии. Так, взяли, короче, какой-то синий регулятор. Ну-ка, а что здесь? Там, походу, еще одна тварь. Так, здесь кнопка, но она что-то не действует. Нифига не работает. Нифига не работает. Ладно, давай, двигаемся дальше. А, туннель С. Туннель С, смотри, туда дорога. Сюда дорога. Охренеть. Давай, ладно. Пойдем вот так. Туннель Б. Туннеля. Туннеля! Туннеля! Я сказал, идем в туннелю. О! У нас тут вагонетка. Так, ну давай здесь сейчас посмотрим. Да залазь ты на! А, туда не пройти. Туда не пройти. Туда не пройти.
требуется аккумулятор какой-то. А пропуск в щитовую, смотри, есть. А вагонетка не работает. Нам, короче, надо электропитание подать, да, чтобы на вагонетке поехать. Окей, давай, точку сохранения. Сохраняемся. Сохраняемся и там, по-моему, сходим еще куда-нибудь. Так. Отлично. Шикарно. Шикарно, да. Так, откуда мы пришли? Мы повернули сюда, здесь у нас закрыто. А, погоди, мы взяли пропуск. Да залазь, ну! Ты задрал. Мы взяли пропуск. Нет, не работает. А, ну чтобы пропуск работал, нам надо, короче, ток подать, да? Электричество. Окей. Так. Куда? Мы откуда пришли? Мы бежали оттуда. Давай сюда. А, тут тупик. Ладно, я понял. С. Так, откуда мы теперь шли? Мы шли оттуда, да? Идем сюда. Тут, по-моему, мы и не были еще. О, да, паучки ползают. А, патронов-то нет. Че, я тебя гранатами закидаю, короче. Она там не одна, смотри. Там есть вон еще. Какая же она противная. Воу-воу-воу-воу, какой-то кислотой. Да блин, подцелься ты в нее-то, ну. Да что ты? Куда ты стреляешь-то, дебил? Ай-яй-яй-яй-яй, крокозебра сейчас меня укусит. А, какая-то херотень мне присела, клещ. Да, блин, столбы. Да отвали ты от моей задницы, клещара. Все, замочил, да? Отлично. Этих замочил. Блин, а вот это вот... Тут, короче... Вот этим клинком надо. Нет? Не работает, что ли? Погоди. Обычно это, вот эту паутину, короче, срезается вот этим клинком же. Нас же вначале учили. Нет? Мы взяли аккумулятор, короче. Кстати. Кстати говоря. Так, он там внизу, наверное, какие-нибудь ништяки лежат. Ракеты. И все? Ладно. А че не ползем-то? Э! Давай ты. Э, а че ты не ползешь-то? В стиле краба давай. Хэть, 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 хэть. Так, ладно, где выход? Да опять к моей заднице пристал, ну отвали. Погоди. А, вот дверь. Я уж испугался, думал. Все, крендец. Приплыли. Зеленый, смотри, регулятор. О! Еще одна комнатуха. Блин, здоровья-то вообще. Очень много. О, замочил! Замочил меня! Охренеть, замочили. Фу. Так, давай, давай. А, еще раз бежим за аккумулятором, короче. Берем аккумулятор. Так, тут у нас закрыто. Точно.
Тут у нас закрыто. Бежим за аккумулятором. За зеленым регулятором. И возвращаемся сюда. Так, откуда? Вот сюда. Да. Да. Не люблю я эти туннели, короче. Это вообще просто какая-то жесть. Ну, блин. Да, блин. Вроде на нее целится, а стреляет как-то криво, не знаю. Хера он мне, смотри, видал, сколько он у меня жизни-то сохавал, ты, ублюдок. Клещ сраный. Да куда ты стреляешь-то, задрал, ну? Да отвали, отвали! От меня, отвали! Кусок говна. Погоди, у нас аптечки-то все есть, нету. Аккумулятор щита. Охренеть, вообще шикарно просто. Шикарно, блин! Это говно там ползает еще живое. Ах ты тварь, а. Захавал? Захавал, молодец. Так, что у нас здесь? Ракеты. Да блин. Очень-очень тугое управление. Так. Аккумулятор? Есть. Аккумулятор есть. Здесь, да, у нас этот. А. Там за дверью. Ай, та-та! Так, ладно. Ладно. Лови. Еще живой. Замочил? Замочил. Блин, теперь надо как-то от этих упырей избавиться. От ползающих. То они, блин, заманают. А хрен. Хрен их. С лазера-то вообще не попасть. Блин, мне пушку-то жалко лазерную. Не убить их. С этого говна их не убить. Хера они такие, блин. Ладно, попробуем. Есть аптечка здесь? Аптечка. Отлично. Окей. Немножко хоть здоровится. Подправили. Ладно. Ты куда ты, блин? А где лестница? Одна лестница на всю эту херню, что ли? Да залазь ты, но! Уперся в стенку, как баран. Так, красный регулятор какой-то взяли. Красный регулятор. А чё у нас? Да куда ты, блин? Чё у нас тут наверху? А если я вот так буду бегать? Они через щит меня кусят? Да блин, ты чё, а? Да залезь ты на эту лестницу-то, блин. Не знаю, понабирали спор, короче, но я не знаю.
Будем мы ими пользоваться, не будем. Может, будем, но это не точно. Так, это говно не разбивается, да? Окей. Возвращаемся. Так, у нас есть аккумулятор. И есть разные всякие разноцветные, короче, регуляторы. Так, куда нам? Туда или сюда? Сюда, по-моему. Вот. Но для начала сохранимся. Да, вот сюда. Это отвалит. Так. Окей. Сохраняемся. И на этом, наверное, будем заканчивать, дорогие друзья. Вот. Такая вот серия у нас получилась. А-ля Терминатор. Будем считать, что игра сделана по фильму Терминатор. Вот. Ну, а кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, обязательно комментируем. Ссылочки в описании под видео. И с вами был Валерий. Всем пока.